Театр имени Сакена Сейфуллина завершает 92-й творческий сезон. В этом году артисты отметили его двумя премьерами – музыкальной драмой «Кызжыбек» и детским кукольным спектаклем «Али Баба и 40 разбойников». На одной из них побывала наша съемочная группа. Құрметті көрермендер, сіздерді Қарағанды облысындағы Қарағанды облыстық академиялық театрына «Али Баба 40 қарашатты» ертексіне шақырамыз. Беглан Умаров играет главную роль в спектакле «Али Баба и 40 разбойников». Он окончил Академию имени Темирбека Жургенова по специальности артист кукольного театра и кино и уже год работает в театре имени Сейфуллина. Это его пятый спектакль. Это заняло 20 дней, чтобы подготовиться, чтобы научиться рукой держать куклу. 50 минут – это нелегко, но мы справились. Про своего персонажа расскажите, пожалуйста. Али Баба – сын купца одного, и у него есть брат-косын. Они вместе бывают в ссоре, и в конце они, как сказать, мерятся. Маману байланда, жанеде, хамарстенде. Казахский кукольный театр в стенах Каздрамтеатра заработал впервые. Создала спектакль целая команда, в числе которой молодые люди из Алматы и Санкт-Петербурга. Режиссер Антон Зайцев из Алматы. Это полностью авторская история. То есть был приглашен вот режиссер, был приглашен автор сценария. То есть мы написали новый сценарий и на русском, и на казахском языке. Полностью изготовлены куклы по эскизам Юлии Черновой, художника. Полностью написана авторская музыка. То есть это полностью авторский спектакль. Хореограф с танцами. То есть это полностью постановочная команда, которая приехала и создавала спектакль для этого театра. Супер классные молодые ребята. Главное, что у ребят горят глаза. За месяц подготовки артисты освоили кукловождение, песни и танцы. Декорации и кукол мастерили дольше. Впервые спектакль показали каргандинскому зрителю, но режиссер надеется, дальше труппа будет гастролировать с ним и поедет на фестивали. Артисты хотят донести до юного зрителя, что деньги и власть не должны быть выше общечеловеческих ценностей. Мне кажется, что сегодня мир переживает достаточно большие перетрубации, достаточно много конфликтов. И хочется сказать, что конфликт – это не тот ресурс, которым можно что-то уладить. Надо жить в мире, надо всем вместе объединяться. И вот в этом объединении будет мир. Спектакль идет на двух языках. По словам режиссера, к сентябрю они надеются воплотить уже следующую задумку, которую сейчас вынашивают. Людмила Батюшкина, Мейржан Жумамуратов, Ирина Нинашева, Пятый канал.